Нина, расскажи, пожалуйста, что изменилось, как изменилась твоя жизнь после обучения Access Bars и Facelift? Ну, я могу это сравнить с тем, что в темной комнате включили свет, зажгли его, и ты увидел, что есть в этой комнате прекрасного, красивого, что есть разные выходы, входы, и что перед тобой открыты множество дорог. Но изменилось, если с практической точки зрения, то я не зрячая, и было очень много комплексов, много ограничений, много страхов. И моя жизнь, она свернулась до размеров квартиры, до 36 квадратных метров. И внутри где-то был запрос, что же сделать мне такого, чтобы мое состояние кардинально поменялось. И вот в мою жизнь пришла Катя, и пришло обучение. Я безумно ей благодарна за это. Но расширился круг знакомств, расширился круг возможностей, интересных событий, путешествий. В целом стало состояние более легкое, более радостное. И я, наверное, научилась самому главному — это видеть возможности. Возможности во всем. Класс, здорово. А что тебе больше нравится, бары или фейслифт? Ну, в зависимости от настроения, когда я хочу поработать с каким-то запросом, и мне нужно что-то решить, создать, воплотить, это, конечно же, фейслифт, это создающая для меня практика. Ну, плюс работа с телом, с моей фигурой, с моими красивыми волосами, ногтями, кожей и так далее. Это подтяжка всего моего тела, лица. Вот. А бары — это, наверное, больше про душ нашего ума, расслабление, это разгрузка, это как я сравниваю поход, наверное, к психологу и массажисту одновременно. Классно. Ну, внутреннее состояние у тебя меняется, да? Поменялось после, получается, 1,5 года ты практикуешь. Да. Ну, с практикой приходит больше уверенности, приходит больше каких-то инсайтов, пониманий. Иногда даже встаешь после сессии, или клиент ко мне приходит, он забывает слова, которые он хотел произнести. Очень часто я слышу фразу от людей, что они прекрасно отдохнули, как будто бы побывали в отпуске. А ты сама как себя чувствуешь, когда работаешь с клиентом? Что ты чувствуешь после того, как ты сделала человеку бар или фейслифт? Я чувствую ощущение счастья, расширения, радости, что я являюсь вкладом для этого человека, и человек является вкладом для меня. И, наверное, вот каждому человеку хочется быть нужным, важным, значимым в этой жизни, нести пользу, и бары для меня — это возможность быть полезной. Классно. Благодарю тебя. Да.